второй автомобиль семейства. Оба автомобиля были изготовлены в рамках работы совместной с Министерством образования Российской Федерации и с нашим партнером МГТУ имени Баумана. Второй автомобиль существенно отличается от первого, прежде всего, набором ключевых компонентов, ключевых агрегатов и узлов. Это новая кабина из семейства К5. Кабина шириной 2300. У автомобиля новый двигатель КАМАЗовский. Рядная шестерка 12-литровая, дизельная, 450 лошадей. Коробка передач гидромеханическая, автоматическая. Это новые мосты, трехступенчатые, с передаточным числом 15. То есть специальные тихоходные мосты для конкретно данного автомобиля. Максимальная скорость автомобиля, она не более 50-55 км в час. Для такого автомобиля более и не требуется. Новая раздаточная коробка применена КАМАЗом. И другие шины. Это шины метровой ширины, специально для движения по слабо несущим грунтам. На первом автомобиле шины более высокие, но более узкие. Здесь применено немножко другое решение, пошире и меньшего диаметра. Автомобиль в таком решении получил большую устойчивость на опрокидывание. У него получилась большая ширина за счет более широких шин. Машина сама по себе высокая, под высоту 4 метра. Автомобиль длиной 12 метров. Бортовая платформа здесь более длинная и позволяет разместить 20-футовый контейнер в кузове. На первой машине бортовая платформа покороче и, условно говоря, 20-футовый контейнер уже не влезал. Еще ключевая особенность данного автомобиля от предыдущего – это колесная формула 8х8. Здесь 4 моста, все ведущие. Чем автомобили оба похожи один в один – это узел сочленения. Он такой же, как на первой машине. В сравнении с первым опытом образцом несколько изменилось рулевое управление. Оно стало немножко проще, стало полностью гидравлическим за счет исключения обратной механической связи. За кабинный модуль мы сделали другим по назначению. Если в первой машине это был жилой модуль для размещения экипажа, для его выживания в условиях минус 40, минус 50, в условиях, когда, например, машина двигаться не может, а нужно ждать подмогу, то в том жилом модуле можно до 2 недель экипажу ждать помощи. Соответственно, гусеничная машина не может перевозить до 15 тонн груза сразу. Вот. Также мы стремились к тому, чтобы те климатические условия, которые там будут, обеспечили работоспособность техники.